кто это у нас такой хороший здесь гуляет? Кто-то пастух местный, волчий, да? Оп, минус пастух и, собственно, тихо. И минус два волка. Отлично. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найт Гвард. Ну что ж, ребята, продолжаем мы, собственно, осаждать округ Иосифа. И чё-то пока что как-то, знаете ли, слишком просто, что ли? Какой-то совсем легенький край, типа, он прям рассыпается на глазах. Буквально каждую точку берешь и все, как бы. И это, считай, минус полкарты. Не знаю, как-то у него тут все плохо настроено. Вроде бы это ударная сила всей империи этих сидов. Здесь как бы выращивают именно бойцов, воинов, убийц. Но как-то так получается, что вот реально... Стоять, сказал! Съела оленя! Оленя съел! Вот зараза, гребаная пума! Козюля просто очень-очень-очень грязная козюля. Короче говоря, как-то, знаете ли, совсем. То есть уже сопротивление там, насколько у нас, 6,5 тысяч очков, 6225 из 10 тысяч. То есть прям рыжик отсыпается на глазах. Сейчас мы себе еще вернем лесопилку Барон, да, которая находится здесь, собственно, в центре, занимает господствующую высоту. Там близко какая-то женщина ждет, похожая на, не знаю, какую-то бомжичку, хотя хер знает, кто она такая. И, в принципе, все. Что там потом? Поможем Хёрку, и я думаю, что это там все. Да, то есть, в принципе, весь округ будет наш. Надеюсь, с этой дамочкой будет немножко повеселее, да. То есть, должно быть, кстати говоря, у него 13 тысяч косарей очков. А у тебя сколько было? Тоже 13 тысяч было. Ага, ага, то есть вы типа два крутых, а это типа брат младшенький идиот, у которого 10 косарей и очень слабая система, инфраструктура. Ну и ладно. Я просто сюда пришел вообще за медведем, поэтому я как бы не рассчитывал на какие-то уж совсем веселые покатушки здесь. Поэтому ладно, посмотрим. Поехали, у нас что у нас? МП-40 у нас, 50-я БМГ, УЗИшка, все дела. И мы в роли пастуха, потому что у нас костюм пастуха. Так, аванпост местный, да, лесопилка Барон. Раз, вышка, вижу, которая вызывает подкрепление. Где еще? Где еще зелененький сигнал? Неужто один? В смысле, ты сейчас тушу его с расстояния 100 метров и все? И типа я могу лесопилку под себя поджимать вообще без проблем? Блять, я в это не верю. Кто внизу? Кто, мать его, внизу? Меня сейчас кто-то спалил, что ли? Очень больные. Я здесь в кустах сижу вообще просто... Слился с природой как единое целое. Нет, ну я правда больше не вижу маяков. Это меня что-то очень пугает. Какой-то подвох, бляха, здесь есть. Могу ли я попасть тут? Тихо, блин, чуть не запалились. Какие-то проезжие ребята проезжали, а... Так, ну давайте попробуем. Что, она реально что ли одна? Опа! Да ладно, вот так все просто. Сигналка отключена. Вы на основную точку, блин, на горе. Ставите одну сигналку. А на всякие задрюпинские полузаправки по три штуки тыкают. Божечки ты мой. Кореш, ты сдох. И ты сдох. И ты сдох. Ох, мать твою. А ну сдох. Блядь, да что ж так? В смысле? Что не так? Что за сука? Ну, сюда. Отлично, попал. Так. Работаем. Не, тихо, не волнуйся, дружище. Слушай, ну что-то совсем просто как-то получается. Мы просто стоим сдалека и тыкаем, блядь, они умирают. Опа, нас заметили. Ой, подорвался парнишка. А это его кореш, и он тоже сдох. И ты сейчас тоже сдохнешь. Где еще? Так. Кто меня спалил? Кто, где ты? Покажись. Бля, у нас патроны кончаются. Вот это единственный, конечно, минус БМГ-ки, то, что здесь патроны очень даже конечны. Куда? Куда, сэр? Йоу! Алло, мэн! Зачем ты делаешь, блядь? Стой на позиции и отстреливайся. О, в броне! К этому, сука, я не пойду. К этому я не пойду, пока не убью вообще его сдалека. Тихо! Тихо! Да ёб твою мать! Кончилась дыхалка, ну это просто ужас. Ладно, ждем его. Оп! В смысле? В подмышку попал. С одного выстрела погиб. Бедный парняга. Оп, хорошо. И это вся лесопилка Барон. Но я про это и говорил. Просто я про это и говорил. Округ, ребят, не знаю, какой-то максимально никчемный. Мне кажется, реально, это, знаете, у них младший брат был этот рыжий просто. Он совсем дурачок отбит наглухо. Я его типа... А вот и она, я так понимаю... Блять, ебало, конечно, вроде и красивая, а вроде бы и как будто пума работала когтями. Не очень приятно. Ладно, пойдем с ней поговорим. Потрясающая штука.
мозг человека. Он, походу, вообще хотел стать психологом, но его братья заставили стать убийцей, поэтому... Говорила мама, иди на гинеколога. Руки будут в тепле. Да, братан? Это про тебя? Да. Конечно, братан, конечно. Тренировать, убивать, гипноз, все дела. Что-то пока что твоя система вообще не работает. Все рассыпается, весь твой округ на глазах. Да, спасибо, Дач, спасибо. Угу. Как будет время, загляни в магазин. Конечно, конечно, какая-то новая стрега подъехала для меня, да? Нас там атакуют, пацаны, вы вообще видите это, блядь, нет? Ты пришел в одно ебало, типа, все ли себя подбивать? Не, ну мы не такие никчемные, никчемные, как вы, поэтому, блядь, у вас не было шансов, сразу говорю. Так, где эта мадемуазель и где сейф? В каждом анпосте должен быть сейф, это раз, опа. Ни хрена себе! Деннис Хоппер, а ну-ка, блядь, раз, раз. Я без рук, блядь, с МП-40 в руках. Да, да, немецкая болтовка, ты что думал, блядь? Спецназ, спецназ. Я тебе скажу больше, даже без ног, это... Да, да, на нем, прямо вот, да. Я могу до 100 раз так делать, в принципе. Да, ты что думал? Все, да, нормально. Ну, нормально, размялись. Без твоей помощи мы бы не... Да, с моей помощью вообще сейчас все сделаем. Так, сейф, ребята, где местный сейф? Башкотряс, чизбургер, где-то рядом находится статуэтка, блядь. Вижу. Опа! Собираем эти коллекции, пока не знаю зачем, у меня там на самом деле уже много и, собственно говоря, этих, и комиксов, и херемиксов, и чё-то нету. Где сейф? Ну, явно не в толчке, наверное. У нас там снайпера какие-то, блядь, местные атакуют. А, он вообще далеко еще за горой. Я по нему стреляю вовсю. Простите, сэр, обознался. Вы еще не подошли, так что подождем вас. Так, вопрос номер раз. Где это бобей? Бобень это где? И где сейф? Мне нужен сейф и бобень. Можно, прям не знаю, в сейф бобень засунуть, я в принципе не против буду. Типа два в одном. Было бы прям заебись. Ну что-то ни того, ни другого. Так, ну тёлку вроде бы я нашел, вот она. Да ладно тебе, братан, ну это уже даже не интересно, ну правда. Она его с лука убила. Блядь, ребята, у вас самые никчемные вертушки на всем этом побережье, правда. Хуже быть не может. Какие-то ключики нашли, вот нихера себе. Мне хватит. Спасибо, что спас. Я Джесс. Раз уж ты тут сражаешь... Ты типа не любишь разговаривать, да? Иду! А, нас кто-то поджал. Все-таки тот снайпер подошел. Да где он, сука? Воу! А, вижу, 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 вижу. Нет, нет, он еще не подошел, блядь. А что, кого забздели-то, ребят? Че, его реально, что ли? Да он там стоит, просто отдыхает. Может, человек отошел отлить, знаете ли. Может, у него проблемы с почками. Камни там, не знаю, или застыли эти. А, он вообще не снайпер, блядь. Он с РПГ-хой стоял. Отбитый, блядь. Урюк. Опа, 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 опа. Что началось-то, блядь? Не-не-не-не-не. Стоп, стоп, не сейчас. Не сейчас. Все, отпустило. Only you. Нет, 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 только не песенка Only you. Что, что происходит? Что же звездочки полетели? Опять какая-то химоза подставная. Да, да, это важно. Давай, давай поговорим, пока есть время, потому что я сейчас чувствую, уеду опять. Я Джесс. Раз уж ты тут сражаешься с эдемщиками, то наверняка знаешь моего дядю Датча. А, это он твой дядя, ёб твою мать. Я перейду к сути. Я выслеживала одного из обожателей Иакова. Его зовут Поваром. Да, имя не очень страшное, но поверь, он конченый псих. Я почти его нашла. Но нарвалась на патруль демщиков. Помоги мне. Нельзя дать ему уйти. Этот тип перерезал кучу невинных людей. Нельзя, чтобы это сошло ему с рук. Идем. И так потеряли кучу времени. За мной. А погнали сразу. В натуре хер ли сиськи иметь. Да, то есть это, в принципе, нормальная тема. Погнали, погнали, погнали. Давай, 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 давай. Просто показываю дорожку, так сказать, мне, я буду работать. Она очень похожа, знаете, на кого? На жену Лурца. Есть такой парень, который Боромира убил в «Властелине колец» в первой части. Помните, главный предводитель Урукхая первого отряда, который был выведен Саруманом, его Лурц звали. Которого потом Арагорн раскрошил на кусочки. Вот она очень похожа на его жену, прям такое же ебало, прям один в один. Конечно, симпатяшка, просто обосраться можно. Опа, что, кукурузник стоит?
Ага, блядь, какие-то остатки крана. Обознался. Сучьи сектанты забирают всех, они вытащат тебя из дома, из бара, из церкви, им похер где ты. Ну типа они же, ну это не совсем сектанты, они же просто отбитые упыри, типа забей. И тот, кто не может или не хочет стать солдатом... А, вот кого зовут, я постоянно забываю, блин, пона придумали имен, чич-колотить. Ctrl-C, Ctrl-V. Иоанн, Иоаков, Иосиф. Как там, кстати, тёлку зовут? Иоанна? А, её Вера зовут. О, ну хоть у кого-то было имя нормальное, знаете ли. Походу, родители заебались придумывать имя, они, наверное, лет 10 думали над именем девочки. В конце концов, назвали её... Вера, а этим пацанам просто дали одинаковое имя. Ебать, у тебя еще и огненные стрелы, нихера себе. Ну, у меня немножко пушечка, конечно, попроще, у меня БМГ-ха 50-я, но, знаешь ли, не хуже лука работает. И чем мы стали? В смысле? Я всех убил. Пока ты свою стрелу поджигал, так сказать, я достал свой ствол огромный, и тут всех от трахен-трахен. Поэтому это не проблема вообще. Единственная проблема, что у меня патроны кончаются вот прям архи быстро. Любимчик Иакова. Главный по очищению. Любимчик Иакова? Ну это тогда да, надо его найти, слушай. Я люблю, знаешь ли, общаться с любимчиками Иакова. Ты кого-то заметил? Нет, ну тогда идем дальше. Это типа здесь его база? Одного из самых главных херов, типа, прислушников Иоакова, и он живет в какой-то жопе, то есть в каком-то трейлере посреди леса, правда? Интересно. Ага. Понял. Посмотрим, что тут. Так, пленников в лагере 3 человека, да? Слушай, но я профессионал, поэтому, блядь, давай-ка я сделаю это сам. Да пленных-то освободим, не вопрос. Да. Да я понимаю, блядь. Ты что, учишь, что ли, собралась, слышишь? Я уже столько прошел, что обосраться можно. Кого-то к ней убивали. И по-тихому, и по-громкому. И по-очень громкому. Тихо! Ты что, там въебалась кого-то, что ли, с полного разгона? Конечно, обойдется, ребят. Красиво. В смысле ты не сдох? Блять, нет! Только не ты, кореш! Только не ты! О, щит! Да подожди, ты убьют, сейчас нас убьют! Это она! Это он! А где броник? Сука! Да где он? Твою-то мать! Блин! Да не ной ты, блин! С пленников просрали! А, косяк. Здорово. Заебись. Четко. Их увели в горы. Да ладно тебя в горы увели тут, блин, проблема возникла вот на ровном месте. Все было по плану, а потом появился какой-то херовас, блин, в броне, который меня под напряг по жесткому. Сука, достали вы уже меня. Слушайте, а может реально взять себе просто в руки пулемет? Пошли, работаем. Что-то я устал уже от этой херни, МП-40, глушитель, все дела, блядь, теперь работаем просто как машины. Да. Сейчас все сделаем максимально тихо. Сука, сраные броневики. Я вот думаю просто, в чем сила-то, в каске в этой, что ли, или что, просто броник как бы у меня тоже есть. Наколенники тоже есть. Жестоко все прошел. Половина тела уже просто прижжено огнем, потому что раны прижигал. Постой. Опа, нихера замес. А у меня всего один патрон, съебись. Чётенько. Ты где, родная? Вообще нихера не видно. Блин, у меня вообще как бы глушителя теперь. Зато есть 205 патронов. Чуть-чуть не запалились. Сводить пленников. Ох, ёб твою мать, там снайпер. Иди первый. Я за тобой. Помни, если они нас заметят, то убьют. Ага. Заметят. Так, снайпера уже нет. Слушай, я могу убить их всех крайне быстро. Прям вот
крайне быстро просто пощелкать, как ебаные семечки. Могу? Могу. Это было прям очень-очень-очень легко. Нас спалят. Кто? Очнись, я всех убил. Они даже не поняли, что произошло, типа, блядь. Ребята, почему мы умираем, блядь? А, раз умер, а, два умер, а, что за херня? Оказалось, что это просто 50-я БМГ с глушителем, блядь. Обожаю эту пушечку. О, патрончики подвезли, ребят, да вы... А, там же один снайпер был, точно. Да, все, только не ори. Не ори, не ной, все хорошо. Сейчас всех спасем. Так, где еще? Ага. И где третий? Стоп. Кого еще не спасли? Да подожди ты ныть, там кого-то насажут. Где ваш третий парень-то в плену? А, здрасте. Все, живи. Так, что, куда дальше подержим? Я думал, сектанты успокоятся, если мы спасем всех пленников. Стреляли по мишени. Нагнул свою линию, не знаю. Как-то это странно. Походу, Яков планирует что-то грандиозное. Нужно выяснить, что. Увидимся в логове. Хорошо, увидимся в логове. Поиск и спасение. А, это задание на этот, спасти 15 человек по округу. Что-то случайно его сделал, честно говоря, даже не задумывался об этом, типа думал, какая херня, спасать людей или нет. Мне все равно попадать в плен, все равно будут умирать. Ну как-то само все вышло. Так, чё? Что за считалочка? Один поросенок пошел на базар. Повар широко улыбается, блялагая, отрезанные кольски детям. Чё? Ну, разделал повар поросенка, ну, раздал его детям. Чё суть-то, я что-то не понял. Это какая-то древнегреческая пасхалка или что, блядь? Может, что-нибудь попроще? Я просто глюпий пастух, убийца, немецкая, немецко-американская машина, так сказать, понимаешь? Это я не философ. Как бы, если брать немцев, то я какой-нибудь Ганс фон Фридрих, а все-таки не Кант, Эммануил, так сказать, поэтому ты уж прости. Тела родителей. А, ты про этого повара, что он типа поджег тела родителей? Ну, блядь, да там они все отбиты, забей. Там у одного жену сбили с ребенком, катухой поехал, а жена сдохла после аварии, а он, собственно, ребенка сам задушил, типа там что-то у него перекипело. Одного этого симпатяшку в детстве, короче, пиздили прям, знаешь, собирали всей семьей, типа прям толпой такие. Давай-ка мы побьем его, почему нет? Смотрят как бы видосики там с Владимиром Кличко, типа как он дерется там с Дэвидом Хэем, там с Вахом, вот эти вот. Ну короче, бокс смотрели такие, а почему бы не сделать то же самое с сыном? И батя типа начинал бить его, и у него тоже потом, видишь, отразилось, так сказать, немножечко на его интеллекте. Поэтому они тут все подвинуты, о чем ты говоришь? Так, что у нас дальше? Там какие-то крики, блять, кого-то реже слышишь. Я в принципе готов, сейчас мы, наверное, аккуратненько снимем парочку человек, да, и потом, блядь, я достаю пулемет и просто зажимаю. Обычно это работает. Воу. Хера себе. Последний раз я такие звуки слышал, когда, собственно говоря, в 93-м году я бежал по квартире очень большой, и мизинчиком ударился диван, и потом еще и локтем. И у меня болел мизинец адово, а потом еще вот этот локоть прострелил, знаете ли, молнией. Да. Ой, хорошо-то как! Отлично! То, где? Кто нас палит-то? Все нормально, с под контролем. Еще есть, ребята? Или нет? Так это и был повар, что ли? Я даже не успел, типа, историю твою дослушать по поводу того, что там, типа, вот, то себе бой стреляли, блядь. Он просто взорвался, пыхнул, типа, как обычный, не знаю, чувак. Вообще не вопрос. Так, спецназ работает, блядь. Раз, два, три, четыре, мы одни в квартире. На, блядь. Считалочка просто на ура зашла. Тут еще есть? Так это повар был или нет? Что-то я не понял. Это ты убил, типа, своих родителей? А, стоп, это ж наш кореш был. Ну, его ж был не спасти, он уже горел, поэтому не обессудьте. Зачем ему жить, когда он, блядь, там уже весь в ожогах, типа, там, без глаз, без носа. Да, то есть это нехорошая тема, так сказать, вот. Погиб смертью храбрых, герой, типа, все дела. Так где твой этот хер-то? Что-то я понять не могу. Что же пошло не так? В смысле, что пошло не так, блядь? Дач был прав.
Повар мертв, и я ничего не чувствую. Я всегда хотела найти... А, ты типа как правосудие, что ли, искала его? Я не знаю, что мне теперь делать. Дач во многом был прав, как оказалось. Насчет секты и Лая. Может, и тебя. Ты... Если тебе нужна будет помощь, скажи ей. И... Спасибо. Спасибо тебе за все. Да не за что. Вот тебе... Вот тебе... Муа, в лобик прям тебе. Знаешь, как этот... В обе щечки. Вообще не вопрос. Так, это у нас теперь в бригаде две смертоносных бабы. Блин, нам бы отряд немножечко расширить, потому что я прям привык уже к медведю. Типа, знаете ли, позвать... Ёб твою мать! Что? Что происходит? Не надо! Нет, то не сейчас! Где ты? Слышишь, родная, это... Я опять улетаю. Что-нибудь сделай! Постой-ка по лицу! Кого ты видишь? Где какая цель, блядь? Сука! Не хочу, не хочу, не сейчас! Я хотел призывать бригаду из медведя и этот, и снайперши моей, и тебя, и была бы классная бригада убить. Да ёб твою мать, опять! О! Это что такое? Волка вот ты жрёшь, что ли? Придет серенький волчок и укусит за бочок. Это какахи Китай или что, блядь? Я бы не стал, это так рьяно есть. Ты знаешь, что уничтожить цивилизацию можно за 10 дней? Чекани, 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 давай прям! Уши людей самого насущного, и они вернутся к своим первобытным инстинктам всего за 10 дней. Этого не понять, пока не испытаешь на себе. Я воевал в Ираке. Это было в 90-х. Десантные войска, смерть с небес, ура! Как-то мы попали в засаду. Мы с Миллером оказались отрезаны от основных сил. Еды нет. Связи нет. А до базы 200 километров на юг. Ну, мы и пошли. Но на третий день мы сбились с пути. На шестой. Кончилась вода. Знаешь, каково это, да? Тяжело глотать. На седьмой день у Миллера стали заплетаться ноги. Ты знаешь, что мозг начинает пожирать мышцы, чтобы выжить. Поэтому ты такой тощий. А на восьмой день появились волки. Я бросил взгляд на Миллера и понял, что нам крышка. И я смирился. Но в смирении была ясность. Я не просто смотрел на Миллера. Я увидел в нем возможность. Я не хотел этого делать. Но я был вынужден. Это было испытание. Видишь ли, жертва Миллера не просто спасла мне жизнь в пустыне. Она привела меня сюда. У слабых свой путь. Очень скоро ты это поймешь. Да ладно, опять. Только теперь 25 секунд, надо работать как спецназ чистый. Мне вот интересно, Элвис Пресли сейчас как бы знает, что его песню используют в плане гипноза? Как бы я ничего против него не имею, король рок-н-ролла, все дела, но просто вот это вот... Ладно, все, наше время сейчас очень ограничено, поэтому ствол раз-два и понеслась, да? 25 секунд. Выдохнули. Пацаны, раз, два, да, в смысле два, все, узишка. Есть контакт, есть контакт. Раз. Но в смысле нет? Ух, нихера себе, новые появились? Фига себе. Пошел. Быстро.
Ну что-то уж времени прям до хера, знаете ли. Надо, походу, по головам не стрелять, слишком много очков дают. Кореш? А, ты здесь же будешь, да? Здорово. Так, направо. Я потерялся, ёб твою мать. На, сука. Хорошо. На, сука. Ой, хорошо-то как. Так, я даже с здравшота особо не стрелял. Сойдет этот в голову сразу. Просто, знаете ли, я уже тренирован, не знаю, кто это. Прям хорошая подготовочка. Слушай, спасибо тебе, дружище. Чувствую, с твоей сестрой будет слишком просто, потому что ты меня тренировал как убийцу вообще страшного. Хорошо, остался один, и он тоже сдох. Хорошо. Супер, братан, супер. Ты ссышь, да? Просто очкуешь, так и скажи. Так, 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 так. Я на подходе. Я на подходе, ребята. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Да, конечно, блядь. Где твой кореш? Где твой кореш? Хер его знает. Так. Ну-ну-ну. Фух, долетели. Кто-то остался жив? Вижу. Так, пространство и континуум. Поехали. Воу. Опа. Дальше пулемет шел. Совсем все просто. Просто зажимаешь, и все умирают. Что может быть проще, чем с пулеметом? Единственная проблема, это кончатся патроны, но вроде бы они не кончаются на нем. Неплохо. Пушечка очень даже хорошая. Ой, да ладно вам, пацаны. Ой, ну это просто набивка времени. Времени уже просто уйма. Убивай не хочу. Это еще есть? Здорово. Здорово. Так, 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 так. Воу. Так, что происходит так? Что прояснись-то? Опять я в клетке, опять темно. Опа! Ты уходишь вместе со мной. Да я без знаю. Вопросов. И только нас увидели. Хорошо. Да, только ты. Только ты. Эй, а как же я? Слушай, он нас сдаст. Как же я? Слышишь? Ты недостаточно силен. Лысый нас сдаст. 100%. Тебе нужно выбираться отсюда, пока еще не поздно. Только не ори, братан. Я с тобой вернусь, хорошо? Договорились? Сука, я сломаю ему кадык, нас сдаст, слышишь? Просто вырву нахер его. Мне кажется, план такой себе. Нас спалили 100%. Он уже знает, что ты готов. Смотри. Испытание. Видишь? Он все спланировал. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. И все, ты у него. Это твое второе я. Твоя жизнь. Он залезает тебе в голову. А ты не понимаешь. И вернуться нельзя, понимаешь? Вернуться уже нельзя! Идем. Тачка. Она где-то здесь, нам нужна тачка. Почти пора. Я изучал маршрут. Другого шанса нет. Главное, нет. Нет, еще рано! Еще рано! О, черт! Черт! Нет! Нет! Прости! Просто. Если ты слышишь, Элай, я не знаю, где тебя носит, но черт возьми, мы, похоже, и правда разворошили осиное гнездо. Знаю, скорее всего, ты пытаешься спасти брата, но нам тоже не помешает помощь. Короче, ты знаешь, где нас найти. До встречи. Так, у меня просто, знаете ли, я даже не знаю, сколько вопросов, если честно. Да, 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 да. Хорошо. Сейчас все будет, братан. Так, подождите, череда вопросов. Первое. Ну я понял, типа, нам мозг тренировали, что под шкатулочку, под эту музыку он Лию.
Что-то у нас срабатывает в башке, типа мы начинаем типа робота становиться. И нас тренировали походу для какой-то специальной операции, то есть вот этих чуваков, которых он расставил. Да, там справа, слева, это типа, ну скажем так, чтобы потом мы попали в какую-то точку, где он врубает музыку, и мы вот так как машина просто их убиваем направо-налево. Но вопрос в том, что типа, как я доехал до сюда? Я упал на крышу, я не был закреплен ничем, в принципе. То есть я лежал и не соскальзывал. Тачка не тормозила, типа, на поворотах. Нихера, я... Что? Ай, жесть какая-то. Просто какая-то жесть. Так, что от нас требуется там сейчас попасть? Куда попасть-то нужно, слушайте? Это Хёрп. Подождите, она сейчас посмотрит. Что-то я вообще просто сбился. Все было так классно, и потом щелкнуло, типа, и понеслась. Так, секундочку. Горы Уайтейл. Вот, сопротивление. Помоги Тэмми заглушить передатчики и уаков. А, так это я начинал, но еще не доделал. Это, собственно говоря, поставки. Так, это у нас что? Это у нас вообще не то. Это река Хербер. И это вообще все не здесь. Так, долина Холланд. Долина Холланд. Горы Уайтейл. А я, как правило, бою вертолеты 1500 бабла. Мне, в принципе, не нужно. Так, тут ни хера-то больше особо-то интересного-то и нету. Слушайте. Как так-то? Единственное, что у нас осталось очень важно, это вот поставки добрать, да, то есть, и, собственно говоря, с этими, с вышками разобраться. Радио молчания, вот тут находится одна из вышечек, я так понимаю. Сейчас мы ее, типа, вырубаем, нам дают сигнал на какую-то передвижную станцию, которую мы захватываем, после чего, в принципе, ретранслируем, так сказать, нужные нам кадры по всей долине. Ну, давайте, наверное, сейчас это сделаем, еще нет, сразу, так сказать, чтобы это все дело завернуть, чтобы быть готовым уже к финальной битве с этим рыжиком, хотя он прост, как, не знаю, как 5 копеек. Единственное, что меня смущает, возможно, во время битвы с ним он врубит свою ебучую музыку, и меня это переклинит, типа, я начну убивать своих... Но это, конечно, блядь, странно, это прям, не знаю, это очень похоже на этого зимнего бойца из Капитана Америки, который тоже был надрессирован и, типа, не контролировал себя и просто убивал своих. Это, конечно, будет печально, но... А что поделать? Жизнь такая штука, может всякое случиться, да? Так, ну это было прям совсем просто, просто оказалось, что у меня уже есть купленный один вертолет. Типа, не знаю откуда бы, я бабки не трачу на такие пустяки, но вот оказалось, что есть. Но я, в принципе, не против. Полетели. Я две вышки уже сносил до этого, так сказать, думал, что это не особо важная тема. Ну, вышки, вышки, хер ли с ними делать. А оказалось, что типа почти косарь сопротивления нам надает. Что-то очень важное, я так понимаю. Ну, давайте займемся этой вышечкой. Так, а где она? Просто предыдущие вышки были прям огромные вышки, а тут что-то нихера нету. Или это и есть передвижной блокпост, который являлся, собственно, третьим пунктом? Что-то я понять не могу. Так. Это типа здесь устроить засаду. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что происходит-то? Кругом враги, блядь. Заткнись, я сказал. Молодец. Понял. Так, это здесь мы делаем засаду. Раз, два, три. Воу-воу-воу-воу-воу! Я не знаю, как это комментировать. Это что-то из разряда... Умри, но сделай. Ёб твою мать! Так, ладно, подождите, бляха-муха. То есть я просто как бы сдох, но как бы перед смертью стрельнул, собственно говоря, этой потрясающей своей винтовочкой, и вроде как это... хрень, короче, какая-то. Ладно, полетели сейчас на одну интересную точку. Надо, походу, сейчас разобраться с припасами для нашей, собственно говоря, братьи. Даем им припасы, и после этого, в принципе, я так понимаю, у нас будет хватать всего для того, чтобы нормально повоевать. Слышишь, косой летчик, блядь, пожалуйста, успокойся. Воу-воу-воу! Покинуть транспорт! Покинуть транспорт! Парашют! Срочно! Костюм, крыло! Летим! Йо-хо-хой! Денюшки на бочку! А теперь парашютик! Отлично, блядь. Ну, такое себе. Сработали, конечно, троечку, но... Зато выжили. И почти долетели до места. С боеприпасами. Какой-то очень странный день получается. Я вообще рассчитывал пойти по-другому. Помочь там этой девочке. Разобраться с ситуацией, так сказать, дальше. Что здесь происходит? Ну, тут начался какой-то адовый пиздец, блядь. Непонятный вообще никому никак. Опять меня клеманул в плане мозгов, попал к этим мазостранцам на базу и понеслась какая-то чушь просто собачья. А после этого чушь продолжилась. Это все очень-очень-очень странно, но единственный плюс, округ уже почти пал. Ну, то есть это просто факт. Я нихера не делаю, а просто уничтожил весь округ. Я говорю, что инфраструктура у йоков просто никакущая. Блять!
Открой парашют! Ой, молодец! Так, где-то здесь должны быть припасики. Я не долетаю! Ёб твою мать, чуть не разбились. Но чуть-чуть не считается, блядь, течение просто. Ох! Всплывай ты, блядь. Так, здрасте. Найти здесь ресурсы. Я так понимаю, все-таки кто-то охраняет. Главное, хорошая подготовка. Да, да. Заткнись, блядь. Заткнись. Заткнись, сказал. Сука. Все-таки спалился. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Тут можно было сработать по-тихому просто на раз, два, три, четыре. Но почему-то мы привлекли просто уйму внимания. Опа, здорово. Я думал, ты друг, а ты враг. Вот так вот. Некрасиво вышло. Так. Здорово, мужик. Сдох, сдох. Все, не все. Так, мне надо получить сейчас винтовочку вместо РПГ. Хотя бы такую, да, на первое время хватит. Чтобы нормально повоевать. Пацаны, пацаны, ну вы что там делаете-то, блядь? Ох, давно с РК не работал, слушайте. Такая приятная пушечка, конечно, после пулемета, у которого отдача. Не знаю что. У РК просто... Ее практически нету. Как я мог раньше жаловаться на ее отдачу, что я не понимаю. Ищи рядом. Вряд ли он в хижине. Да, 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 может, сейчас что-нибудь найду. Нужно что-то под землей. Угу. Что-то под землей, говоришь? Блин, ну это уже посложнее, будет что-то под землей, типа, найти. Найдите тайник в хижине Купера. Не нашел? В тайнике есть устройство. Когда ты подойдешь, на него среагирует рация. Он ага. Под землей, скорее всего. Не в хижинах же нычку делать. Ну это понятно, сработает рация. В хижине есть устройство. Я слышу, что что-то хрипит, но... Это что-то незначительное. Опа, опа. Так. О, уже, кстати, посветлело. Может, где-то снизу что-то есть? Нет, сигнал пропал вообще полностью. Странно все это. На случай экстренной ситуации рядом с хижиной Купера есть убежище. Просто спустись вниз и захлопни дверь. Оставайся в бункере, пока опасность не минует. Опа, снизу хижины есть бункер. То есть это официально подтверждено. Ах, как я люблю искать-то ходы в эти гребаные бункеры. Просто обожаю. Может, прям в сортире? А, стоп, так все ж максимально просто. Да, ё-моё. Да ладно, просто вход. Тут у нас и пулеметик, и все, что хочешь. Классика, ёпта мать. Так, а это то, что мне нужно? Это и был тайничок. То есть в этом маленьком сейфике что-то очень важное. Да? Это есть те ресурсы, которые вам нужны были? То есть я думал, там какие-то пушки, не знаю, там, блядь, танки. Вся херня, но походу нет. Все гораздо проще оказалось. Ладно, ребят, предлагаю пока закончить эту серию. А, собственно, что мы тут получили-то? Опять сумбур, опять садомия, но округ реально какой-то простой прям. Этот рыжий, он вообще ни хера не шарит. Сейчас, наверное, тогда соберем последний тайник, и, в принципе, мы готовы к финальной битве с этим засранцем. Единственное опасение по поводу моих мозгов, то, что у них промыл все-таки чуть-чуть. Но, надеюсь, скупавшись в этом потрясающем озере, в этой святой водице, я себя вылечу, и все будет заебись. Сука, трогает моих торговцев оружием. Вот вы, козлы, не трогайте! Там что, аллигаторы? Ёб твою мать. Какая-то собака бегает, чуваки стоят. Что происходит? Жесть какая-то. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока. Блин, песик классный.